Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды многодетным матерям Подмосковья. Среди награжденных и жительница Видного, мама пятерых детей Юлия Федорова. Она удостоилась почетного звания «Материнская слава». В семье Федоровых воспитанию и всестороннему развитию детей уделяется большое внимание. Ну а мама для каждого из ребят является учителем, наставником, добрым другом. Благодаря ее мудрости в семье царят мир и взаимопонимание. На церемонии награждения губернатор отметил, что каждая из женщин, награжденная знаком «Материнская слава», заслуженно получает награду. Он сказал, цитирую: «Семейные ценности здесь прививаются с малых лет. Это очень важно для того, чтобы быть успешным, добрым, заботливым человеком. Мы стараемся в Московской области делать так, чтобы многодетные семьи чувствовали нашу поддержку. Очень гордимся тем, что каждый год у нас на 10 тысяч таких семей становится больше». Конец цитаты. Поздравляем Юлию Федорову с почетным званием и желаем ей и ее семье счастливого будущего.